В этом году День знаний сошелся с одним из самых важных для мусульман праздников – с благословенным Курбан-Байрамом. Сотни тысяч верующих в Дагестане совершили сегодня праздничный намаз в мечетях республики. Праздничное богослужение в столичной джума-мечети вместе с верующими посетили глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов и муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди. О том, как это было, в следующем сюжете. Все мусульмане в Курбан-Байрам приносят в жертву животное, накрывают праздничные столы и встречаются с родственниками. Но сначала они с раннего утра посещают мечети для совершения праздничного намаза. Одна из мудростей этого богослужения заключается в единении мусульман в столь значимый день и в укреплении братских уз между ними. Перед совершением молитвы к верующим обратился заместитель муфтия Республики Дагестан Идрис Асадулаев. Хочу в первую очередь всех мусульман поздравить светлым, самым лучшим мусульманским праздником Иду-л-Адха. Пусть Всевышний Аллах примет наши благие намерения, наши дела и сделает этот праздник причиной для единства нашей общины и причиной сохранения нашей республики, нашей страны от всех смут. После краткого разъяснения правил совершения праздничного намаза Асадулаев, а за ним все прихожане вступают в молитву. Вместе со всеми молитву совершил глава республики Рамазан Абдулатипов и муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Далее традиционно была зачитана проповедь на арабском языке. Закончилось мероприятие коллективной мольбой ко Всевышнему, после чего мусульмане в едином порыве принялись поздравлять друг друга с великим днем. У всех приподнятое настроение и счастливые лица. Всех объединяет общая радость, общий праздник. Это самый большой праздник мусульман всего мира. Настроение отличное, лучше не может быть. Желаю вам всем, уммат Мухаммада, крепкий здоровья, долгую лет жизни, крепкий исламом. Самый важный нам указание есть, это ваш праздник, наш праздник, всех праздник. Курбан-Байрам, надо баран тоже принести в жертву. Аллах, чтобы у нас немало, наверное, грехов тоже смоется. Хотя бы один день надо, как положено, провести. Сходить в гости, поздравить всех своих родственников. Иншаллах, намереваясь принести жертву, барашку. Очень важный, конечно, это мусульманский праздник. Я рада, что так уже начали все отмечать, все хорошо. Милость Аллаха, мы должны ценить это наше, я думаю. Конечно. Да. Как намерены провести этот день? Как порезать сунну. Возможно, у каждого мусульманина свой распорядок проведения этого священного праздника. Но, несомненно, каждый из них будет стараться совершить побольше благих деяний, главным из которых в этот день является жертвоприношение. После совершения праздничного намаза все направятся за город, где организованы специальные места массового закалывания жертвенных животных. А мне, в свою очередь, остается поздравить всех мусульман с этим благословенным праздником. И пусть все ваши благие деяния примутся в этот день. Абдулла Алиев, Мухаммад Мухаммандов, Гелач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала.